Всем привет, с вами Александр Петров, и я вернулся с очень крутыми новостями для всех ценителей и любителей 17-го независимого батла. Мы совместно с магазином Hustle RF запускаем конкурс каверов. Если ты провозгласил себя рэп-обез, я буду твой рэп-экзортист! Поэтому вспоминаем самые интересные и крутые треки 17-го независимого батла и делаем на них каверы, снимаем видео и отмечаем нас хэштегом Hustle17. Все довольно просто, да? В прошлый раз было очень много крутых работ, очень многим понравился этот конкурс. В этот раз призы еще интереснее, поэтому по ссылке в описании найдете всю подробную информацию. Стоит отметить, да, что конкурс запущен благодаря магазину Hustle RF. Именно они предоставляют призы, но если вы не рэпер или просто хотите закупиться крутыми шмотками, то заходите на их сайт и действуйте. А по промокоду 17BATTLE вы получите скидку, не поверите, аж 30%. Доставка, кстати, абсолютно бесплатная, и оплата только тогда, когда вы оцените товар. Мы проверяли, мы Hustle знаем очень давно и ручаемся, что они работают добросовестно. Ссылка на магазин есть в описании, и, друг мой, не забудь про промокод. Конкурс будет проходить до 14 февраля. Будут приниматься ваши работы. Hustle RF отберет 10 лучших работ, и подписчики 17-го независимого путем голосования выберут победителя. Я, соответственно, это буду освещать на своих стримах. Эх, как-то грустно, короче, стало, вот аж от этого какая-то неправильная эта атмосфера. Напомню, что такое кавер. Кавер — это такая штука, которая может дать второе дыхание треку. Не обязательно использовать именно тот минус, под который делал артист трек. Слышь, поэт, твоя муза, походу, зверь неведомая. На копия трипера, да новый не дредами. Можно это обыграть. Можно также, ребята, попросить эти минуса, да, которые есть в свободном доступе, они в группе 17 присутствуют, либо написать самим исполнителям. Текст точно могу дать любого артиста. Текст тоже можно, кстати, обыгрывать. Не обязательно делать один в один. Вы делаете кавер, а не пародию. В принципе, я думаю, все довольно понятно и прозрачно. Мы ждем ваши крутые каверы, а теперь возвращаемся к нашему новому проекту про батл. Это заказуха от Сальчука. Получается. И тут же сразу заказуха от Сальчука. У нас уже стартует второй раунд. Сдало на первый раунд 1492 человека. Очень много крутых работ. Прям, ну, мы вместе с судьями просто кайфанули. Я думаю, зрители тоже оценили, что появились новые таланты. В этот раз не так много неймов, но и конкурс делается как бы немного не для того. Мы меняем формат под формат песни, поэтому кому интересен конкурс песен, погнали вместе с нами. Кому интересны жесткие батлы, ребят, вокруг много крутых офлайнов, да, рекомендую вам за ними тогда следить. Прием работ на второй раунд будет до 31 числа, и 2 недели где-то будет судьи оценивать. То есть все будет намного динамичнее, батл пройдет за полгода. Не успеете оглянуться, как мы уже узнаем победителя, а призовой растет. И можно всегда стать нашим партнером или, так сказать, вложиться в приз. Мы открыты всегда для деловых предложений. Пишите нам на почту. И не забывайте, да, если вы какой-то талантливый чел, который дизайнер или ведет Твиттер, ведет Телеграм, еще что-то может как-то помочь проекту, пишите нам, мы всегда открыты к предложениям и рады новым людям. В принципе, с вами был Александр Петров. Такой небольшой ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!